Каждое второе раскрытое преступление в Забайкальском крае совершено лицами, ранее нарушившими закон. Фактов взяточничества в прошлом году выявлено почти на 60% больше, чем в прошлом. Об этих и других итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2012 год говорят сегодня в Управлении МВД России по Забайкальскому краю на расширенном заседании коллегии. На заседании присутствовали власти региона, сотрудники полиции из районов края, руководители ведомств. Начальник УМВД России по Забайкальскому краю Роман Деев отметил, за прошедший год сотрудники полиции добились снижения числа тяжких и особо тяжких преступлений, сокращения количества умышленного причинения вреда здоровью, грабежей и краж. Из числа всех зарегистрированных преступлений удалось раскрыть более половины. В частности, установлены виновные в таких резонансных делах, как убийство гражданина Японии Ахнита Киоти, изнасилование и убийство девочки в Чите, жестокое убийство несовершеннолетней в Нерчинске. В три раза больше в прошлом году выявлено преступлений в сфере агропромышленного комплекса. Однако более 70% краж скота остаются нераскрытыми. С учетом итогов работы в Краевом управлении МВД России ставят задачи на 2013 год, главные из которых — добиться улучшения оперативной обстановки в регионе. 2013 год будет довольно-таки непростым. По нашим прогнозам, ожидается рост преступлений по некоторым видам, в том числе рост краж чужого имущества, прежде всего из квартир. Также актуальны для края остаются вопросы, связанные с незаконным оборотом лесных ресурсов. Поэтому в первую очередь этими вопросами будем заниматься. Будем заниматься также вопросами противодействия незаконному обороту наркотиков, так как всем давно известно, что лица, вовлеченные в этот незаконный оборот, они, как правило, причастны к совершению других общеуголовных преступлений. С учетом того, что в прошлом году, как и в последние четыре, не удалось снизить количество преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники полиции намерены строго контролировать работу рынка алкогольной продукции, пресекать незаконный оборот и торговлю алкоголем вблизи учебных заведений.